Рано ты пошел, потому что не забывай, у нас 4 хила, если что. Ну я пока еще в успехе хила могу продолжить хилить. Не-не-не, мы вообще идем 4 хила, если это нам надо будет, то я в ДЦ буду спекаться. А по воде могу вызывать. Дилку сразу на меня кинь, у тебя таунты будут обновляться, одному бы я точно буду держать. Еще вытянуть. Чего мне ретриком не сказали, где-то ебаный был. Так а чё? Ты хочешь ретриком пойти? У меня просто миликовый так нифига. Тиен, у тебя РДДш, да? Ну сейчас спекнулся, вы начали бить, а я еще спек не пойду. Ну вообще, у тебя Элем, правильно ж? Да, Элем. Да, все, мне надо просто РДД, мастер, поэтому ты хилом. Роги, пройдите потом ловушки. Вот мы и на месте. То, что произойдет здесь, пойдет в легенды. И важно, какие будут. Чуть не скочевряжился. Танк, если что, сразу не пуляйте еще трэша, чтоб я в этот спек мог. Я ману, если, блядь, был исполнил, буду сейчас. Ага, сейчас тогда я стопну. Тотема дал нас. Я тоже дал тотем. Надо босса опять. Ладно, роги вскрывайте, пусть они ману бегают. Все, сменил спек. Ну шо, роги, все, нет. Я закончу то, что начал у часовни последний. Да, танкер, пошли. Играем через пауков. Амон би, блядь. Тут шаман, апшан, амон би. Ты продолжай свою мысль. Меня спросил, тут ли он. Походу не тут. Тут он написал. Так, войско, секунда. Дал войско. Иди сюда. Шейп, вставай, заходи. Мне кажется, ли его выкинуло? Может быть, нет. У меня тут пушка идет. Амон би, щит кидаешь с земли на Void Frozen, я на отшейп. Я тогда на лучшейпера еще священный щит буду кидать. Кидай на мейн танка священный щит. Так это я. Лучшейпер же у нас... А у нас лучшейпер мейн танка? Да я тебя разъебу, блядь, если то мало у тебя нихуя нету, ты вообще хуёвый. Он на гроб будет лучше делать. Определитесь, кто у нас мейн танк, ребят. Войд. Войд? А почему не вар, мне рага нужна, блядь. Кто тебе надо? Рага. Рага. Да ты с той ебалом торгуй. Охуенно, блядь. Не, ну он может быть мейн танком, если у тебя второй протопал или вар. Банально. Что, дальше? У нас два пока сзади стоят. Чё страшно? Просто. Войд. Всегда будешь в 4 тысячи танчить? Нет. А ты мне Т4 yeah. хочешь задонатить? Нет. Ну я тоже не хочу. Раз, спасибо. Да нету Т4 еще.
пришлось купить. Зауга. Ну вот сейчас резку Халиона 25 оттанчил. Войт, я потом пья в диск кое-что напишу. Ты что потом, а не сейчас? Сейчас мы в рейде. Пишу. Напиши в личку. Явно не до этого. Но я потом напишу. А что ты хочешь написать? Роги, пройдите мне. Да, мы, это личное дело. Как в Горожане. В Горожане было, я не помню. Ты чё, мастер, вчера это гулял где-то или чё? Бухал, говорят? Кто-то... Нет, решил поспать. А, ну правильно. Мы, короче, это... В маге Гер убили вот этот лог, короче. Какой лог? Новый добрал. И хмурый сал. Гильдию добрал. Там Хант еще добрал, и Робо там. С Гульмаги. А я себе утешение забрал на Шумана. Вообще хорошо. Два, блядь. 3-3 не, блядь, ЦВК этого. Да, 3-3 не выбрал. А я ЦВК рецепт собрала, прикиньте. Это называется просто я на Артане пришел, все нормально. Да, блядь. Все 3-3 не выбрал. Ну, все хорошо сходили. Что, все 3 непуги забрали? Нет, почему? Я забрал, все наши забрали. Наверное. Выбор в Анзай ушел. Я... Ну просто у него там говнище какое-то с меткостью, там и скорпионов. Я бы сам выбор забрал, блин. Но у меня нет какого-то бафа. Давайте, пускай баф подходит Ванда и начнем баф. Рыбку ставлю, кушу. Так, Шейпер, когда босс, когда, ну, мне агро надо набирать, перекидывай бдилку на какого-то ДДшника. Ну, кто больше агро рвет. А когда трэш, кидай на меня, чтобы у тебя танту. Ну, ты в курсе, да, все это понятно? У меня, блядь, нету фреймов на фурике, нахуй, на проке. Да похуй. Выбирай, на кого бог пошлет, он на салона большая. Паладины, вы... Ладно, я понял. Холипал, даешь МП5. Я уже говорил. Окей. Наше молоко, даешь всем каски, богиня ДПС, даешь всем кулаки. Чё, я лук и рассеки кидаю? Почему я на ханта не могу баф? Где хан? А, класс. Хант в Агримаре. А поставьте шкаф лук. У нас хант в Агримаре, ребят. А чё он даже не... Тыкните. Дайте баф по ханту. На пул вы все даете первые войд войда в квадратик ДК. Рече на баф на готовность. Че тут столько шаманов-то, блять? Все готовы, отчет на пул. Это заговор. Геро. Четыре шамана прожали, Геро, нормально. Шипы готовимся. Демон, зайди во фрейм босс, где все стоят.
Шейп, добычу на себя сделай, чтобы не перекидывать каждый раз. Там шмотки, если что, или у себя храни, или мне скидывай просто. У меня тупо два слота свободных. Ты дай, блядь, кому-то ответственный, ёбаный, вроде бы мне хорошо. Да не, я наоборот хотел, чтобы он был на нем, чтобы осколки каждый раз не перекидывать. Разбежались вихрь. А, осколки так у него. А, да, да, ответственного ему. Че, я же выдаю? Давай. Поздно. Нормально. Зашли все во фрейм быстрее. Сейчас шипы будут. Это схуяли я первый по хпс, я чуть не понял. Альфа шаман. Топор шаман. Второй. Второй видео. Я на танков в большинстве сейчас. Могу так. Холли пал чуть внизу, а кто перебивает? Я думал, ну правосудие. На ханте шип. На ханте. Сейчас будет шипы и сразу вихрь. Шипы быстрее залили. Хант не смог в луже не постоять. Лучшего не было. Ребята, не стойте вы в лужах. Я теперь понял, почему я первый, потому что лица нет. Ну. Чё, сколько нет? Пошли дальше. Лут оставил. Лут нахуй надо. Оставил лут, ты бы пошли дальше. Зоил, на те же лутер. Так осколка нет, все, идем дальше. Говно лут какой-то. Колечко, норм. Ты шо, колечко? Более-менее. А, сука, я не с тем шлемом вообще хилил, нахуй. Нормально, блядь? Вот, вытягивай череп на угол сюда, да? А шейпс хватает остальных. Все, да, отлично, все отошли. Поднимай его наверх сразу. РДД в череп играем. Агро, шейп, скелета забери. Нет. Значит, по ученику вы даете нахуй станы, а по этих нет. То, что милики, я привел к миликам. Давай по левой стороне так. Ага, вижу. Отойдите все от правого угла. Прохил Войда. Прохилите Войда. Дальше вэш. Не надо, я прохилил издок, хорош. Он близко стоит. Понял. К черепу не подходите. РДД играйте в череп. Ты текстура был. Пришлось прийти близко. Бесит вот эта ренжа беспонтовая мобов. Я так Элимом, блядь, нажал отбросить
сука, за пол карты, блядь, откинуло. Весь трэш туда к леди откинуло, да? Типа. Давай по правой стороне. Одного еще все за... Я одного за контролю. Пэт, чей Пэт? Локи, уберите Пэта оттуда. Это этот локовский, да? Опасно. Класс, меня забавился, я не могу его отпустить теперь. 20 секунд. Че, пока того одинокого убьем? Да, бери. Отбегите. Хватай скелета, чеп. Мы его со станом еще. Там гренки есть, братан. Бля, неси, пожрём. Сразу все выйдется. Мастер Шам, у тебя какой гир? Я чё-то... На ребре был 251. Но там был шмотная лема. Нормально. Шо, хапай помощника. Некоторые шмотные лема. Вытягивай, шип. У тебя хороший ХПС. Та хуйня ХПС у меня на самом-то деле. ХПС хороший по той причине, что нету у нас пятого хила и нету у нас этого прицена. Теневой рассекающий удар. Опасно. Ох, блять, вытащил туда. Как раз в конец каста, блять, я уебал очень на фул. Вам пятого хила надо? Или вы в 4? Я, блядь, сейчас пятого дам, блять, хила. Нам нормально в четвером. Ну все, надо будет, я спекну, сейчас же говорю. Давайте по левой стороне. Бля, дердру, нахуй, он соляного все отхилит. Ага. А Мосу ты спросил, отхилит ли он? А это альфа друид нашей гильдии, он все сам сделает. Сейчас, конечно, вырезки обычки, я прям пуканчик. Поешь. Где он? И чё ты в воздухе таунишь? Чё, мы ролим это? Я просто лучше. Поешь, мы анрол писали. Да. А, всё нормально. Бое мне сразу анролом, да? Ты вообще чудом попал в этот трей, так что успокойся. В смысле чудо, я просто знаю, когда заходить. Чудо, блядь. Я вообще хотел идти в авто, честно, при игре. Кинул таунт, он уже упал, мол. Так, значит, два роги будут чисто на боссе. Рыба будет спокойно. Минутку отойдут. Два роги на боссе. Первая, третья пати будет... С правой стороны, вторая, четвертая с левой. Ставлю рыбку. Пристабав. Ой, да ты куда, мужики? Кулак обновись пока. А, сейчас я вас раскину.
Ласки нужны? Ну... На СПД, там на АП пейте фласки, да? На нужны СПД, ключ. На СПД и сопры у меня есть. Скажите. А, да, не знаю. Пуги, пожалуйста, со своими. Рычайная готовность на пул. А, и насчет контроля. Совы, на вас контроль. Окей. Войд тут. Горился на минуту, это нет. А, это он был. Ладбон, лучше на пристав мне вышли такой бан. Вот черт. Это просто не мощно. Забыл, беги не ДПС, не КД разве на 25 обычку целка? Как видишь, нет. Он же вроде ходил с нами. У кого? Короче, богиня ДПС. Наверное, не пиздец. Все, отлично. Отчет на пол. Ой, отчет. Отчет, да, говорю, этот. Короче, я перепутал. Зуд тут. Хант, зуд. Зуд в заднем проходе. А вторая пати ДДшников слева, право. Первая, третья пати справа, вторая, четвертая с левой стороны. Роги на боссе. Все, все. Что там, шейп? Как ты написал 46 осколок, у меня чуть глаз не выпал, блядь. У меня тоже. У кого 46? Шани, у кого? У него 46 не хватает, оказывается. Ну, он типа написал сколько есть, я написал 46, я прочитал немножко не так. Я думаю, хули не так тащатся, блядь. Ну шо, го? Сейчас, ха, там зайдёт. Водошейп. Водошейп. Водафон, водафон. Смотрел, кто форсаж новый? Я смотрел. Бля, я поржал вчера, короче. Бля, вообще нормально, они там бывают роли друг друга. Да. Я не смотрю фильмы, где нарушаются законы физики. То есть все фильмы. Хан, тут нет, зуд. То есть ты не смотрел ни одного форсажа? Все, вижу, бегает. Я смотрел 3x3, и мне хватило Вин Дизеля на лыжи. Даю отчет на пол. Роги пляем. Первый 3x самый хороший. Да. Ну, второй тоже нормальный. Трэш. Enemy spot. Танки. Мосс и Берни, Клодбона, пожалуйста. Дайте баф по друид. Кулак каска. Соло вихрюется. Так, они что делают? Контроль, готовимся. Это я. Ну, уже был контроль. А что мне ДПС? Богиня ДПС был. Контроль. Стойте в луже, нахуй. ХПС надо нагонять, ёбаный урод. Помощники 10 секунд. Контроль 10 секунд. Итак, на первом месте, куда тебе еще ХПС? Дай другим. Играем мобол. FBI, open the door. Блять, кто совы? Что ты хочешь, совы? Ой-ой-ой. Зачем мне мобов вихрь кидает? Тут есть моб на лестнице, и вот только милик. Центральный моб, милики, убейте все милики с левой и с правой стороны. Центрального моба убили. Пять секунд контроль.
Контроль Рогу сразу. Не убейте Рогу. Похуй, убейте ее, да. Контроль. Промахи, промахи по нему хреначат. Там пластиней. Третьего только зашло. Мобы играем. Торг секунд мобы, блядь, переводите, если успеете. А кто мне на полную ману кинул Инар? Ну чё, ребят? Сейчас контроль будет. Мосса, дай мне Инар. Совы, циклон, шаман. Есть циклон. 5 баллов. Кинули бы еще тогда раньше, тогда бы Еру не там. ДК лови. Войд первый, на пол нам... На пол надо так сделать. Давай, Роберисон. Да, резните кто Денчик Рома, Клодбан, резни. Если кто-то будет перебивать, скажите, я сальву дам. Агро! Агро! Агро на... сделайте на пулт на войд. А уже не надо на меня там минус агро. Шейпер забери. На шейпера кидайте на пулы. Сальву Йолер дайте. Надо смотреть этого вара. Отдал, отдал сальву, отдал. Третий аккаунт. Поебали эти духи. А, ну это армс с волей гер. Неудивительно. Ну, конечно, у него там агро будет на... Спала агро, забираю. Контроль, секунду. Контроль. Контроль ретрика. Забери шельту. Сальва Йори. Сальва минута. Отлично, все нормально. Ай, говно лут, сука. Хуёвые ЦЛК мне уже не нравятся. Заебал, еще 10 боссов. По крайней мере, не пол рейда вайпнул. Кто желает, вступайте к нам в гильдию. Это второе ЦЛК у нас. Будем проходить 2 ЦЛК. И лутать не осколки. Ой, ребята, я хочу меня возить. Как у тебя ник? Это так надо. Он играет. В смысле, играет? Челик реально. Блядь, мог бы подыграть. Ребята, не вылетел. Кто вылетел? Он, да, все, я один вылетел, захожу, да. Да, блядь, надо сделать релоуд, выключить этот ЕПГП. Что там, шейп, осколок забрал, да? А его нету, блядь. Все два осколка забрал. Я видел. Это сразу я их забираю на себе на будущий посох. Без квеста. Где ДС-ки? Ты чё без квеста? Мне ДС надо. Мне интересно прям, как будет этот посох работать. Прям. Мне тоже. Он стрелы выпускает. Да говно, он, блин, наверное, на 4 ляма 40к ДПС всего. Ну, 40к урона надо. Не особо прям. Там же все дело в статах все равно. Ну, статы, да, я не спорю, статы охуенные. Как говорил мульти, статы там, блядь, хуже даже, чем у этого. Ты чего? Там СПД прокает плюс, ну. СПД и плюс там идет 3 красных сокета, ну. Теренаски только одна. Или 2. А, нет, 3. Одна. Сокет в теренаске. Ну, а 3 в посох. Ну, правильно. Ну, типа, во всех посохах 3, блядь. Которые даже сейчас... Ну, это понятно, что посох 3. Геровских 3 в обычных. Ну, вон, посох за, в нем 3. Но...
вместо этого посоха будет профитнее катушка и какая-то одна ручка нормальная. Да. Даже из того же... Ты где-то 100 СПД выиграешь. Больше. Там не, там наоборот. Там меньше СПД идет, да, вот. Но по скорости я выиграю. Ну, вот, к примеру, сейчас я хожу не с посохом тем, потому что если я с посохом, у меня минус 60 скорости, но плюс, по-моему, 80 СПД. Вот, мне... вот смотри, грубо. Вот, пуха с лича сейчас. Амон Би, у тебя есть или? Либо что ты хочешь? В три хила, нахуй. Да какие три хила? Хиль, короче, блядь. Не это... Не-не, хоть хили, твои друиды, нахуй, заливки мажут. Слышишь? Да, просто. Мастер, давай не будешь свои понты кидать. Три плюса в пушке. Причем тут понты, на? Не, ну на тухлом точно 4 надо будет, там по танкам сильно. А на тухлом я не спорю, на лане тоже. И возможно... Йолер... Да стоп, не Йолер, Ащелло, да, или как там? И Джоник в пушках, и Зойл. Чей ты нахуй послал, да? Ну, а кто он танчить будет? Я думаю, Шей будешь на нашем корабле, вот на том. Взяли все ранцы. Ну, Хас, ты там немного выиграешь, там, я наверное, две или три. Я же говорю, я, если его сравниваю с посохом, одной ручкой и катушкой, выиграю, по-моему, 70 или 60 хосты, но у меня в минусе на 80 СПД. Вот разница. Не знаю, где-то такие цифры, прям 80. Я могу хосты. Тебе скинуть. Ну, я бегаю в этом, я тестил, что, когда я проверял. Сейчас РЧН пол. Это я запускаю, да? Да. Сколько посоха дает хосты? 141, по-моему, если я не ошибаюсь. 120. Богиня ДПС вляпанный тут. А, где вообще вляпанный? Че он, блядь, отстал? А вляпанного даже... Ничего он не писал? Нет, он стоит просто. О, минус один, походу. Класс. У нас два хила анимешников, это уже пиздец. Ай-пай, скажи мне. В смысле, два хила анимешников? Блядь. Я тоже не... Ну, три, значит. Богиня ДПС тут нет. Ну, Холипа у нас анимешник, я анимешник, еще кто, блядь. Хорошо, что я не анимешник. Вот этого вот не надо тут, аниме лучшая культура на свете. Про товар лучше аниме. Все, запускаю. Лучше аниме. Сейчас, там, если здесь есть богиня ДПС, то запускаешь. Похуй на него. Ну вон, смотри, 141 хоста. Катушка и этот, блядь, Киренос, это 139 хосты. Две хосты ты выигрываешь. Спот. Давай, не сейчас. Богиня ДПС нет, ханта нет. Я вижу. Хант есть, богиня ДПС. Ладно, запускай шейп, мы 23 его. Я пока поищу одного ДДНом. Войт, из хилов кто-нибудь прыгает? Нет. У тебя за горе. Они не взяли меня в ЗА. Сказали, слишком маленький левел. Сказали, пятую карту не пустит. Ну, он вляпанный. Да это хуйня. А как же все истории про маленьких, которые продосили топ-контент? Дети дождя, например, Люфи, Дурки, рыцари темного пива. А ты слыхал про юного протовара, который смог? Аниме включил топовое. Пушки стреляйте по дальним ружейникам. Жил да был юный протовар, воин. Вот однажды он пошел вагоном в целка 10 ёб. Там же есть мосты какой-то посох. А что будет, если вагоном стоять? Юному протовару было дано задание не умереть от тычки тухлопуза. Ты где хмурый домоход? Слушала про это... про огонь. Надо ли говорить про трэш целка, который бил при 10к? Думаешь, это остановило
Откуда же ты дамаг получаешь? Да чёрта с два, Погревать всех мобов. Алло, РДДшники, бейте оружейников. Когда у него кровь пошла из глаз от ДПС и ХПС в рекаунте. Думаешь, это РДДшники, заливайте оружейников, которые вот близко стоят на корабле. Он танчил и танчил дальше. Которые на краю их корабля стоят. И с правой стороны никто не прыгает, где ничего. Прыгает там, чтобы под клифф Мародина не попасть. Да, близок. Дали лечу способности. Что-то мага вы убили? И как раз когда юный протовар танчил леча. Лужа в центре. Кругом кровавое месиво, тела разбросаны. И тут откуда-то выползает лимон без обеих тринь. Ему больно. Он подползает и говорит мне такой: Войд, я не чувствую своего ХП. А я ему: Лимон, у тебя его нет. Гляжу, перс у него дергается. Быстро, быстро. Вот так. Я говорю: Лимон, до ближайшей трини еще 9к ОД. Если не можешь нафармить ОД и купить ключ, значит тебе пиздец. И тут вдруг отовсюду резается трэш на синдре, прямо во время трая. А у меня из прожимок один блок щитом. Но делать-то нечего, надо танковать. Умри, падла! Протовар мой Дефендер Войдович, вы мне сдаётся! Ну а шо за трэш я сейчас слушал? Это наш дядюшка Войд озвучил эту хуйню, блин. Войд красавчик. Лучше лайковать. Это канал на Ютубе есть, можешь подписаться. Да, кстати, дайте мне канал, подпишусь. Пиар Войда подъехал. Так, ну чё там, блядь, за монетизацию мне 50%, да, как рекламщик. Так там никто ничего не сможет. Там никто ничего не сможет. Значит, нет рекламы. У меня был прошлый канал 2015 года до 17-го, там тоже 2 года записи. Там смотрели, там я зарабатывал нормально. А сейчас я ни рекламу, ничего не ставлю. Ну вот, нет рекламы, нет просмотров, братан, ты как? Я не занимаюсь, у меня времени нет. Но и так зарабатываю нормально. Тем более, да. Ну все равно лишний заработок. Когда тебе лишние 30-40к в карман. Я охуел, когда у меня на моих институтских видео, блять, 800 лайков. Ой, 800 просмотров. Ну 1000 просмотров, это, по-моему, 10 баксов, да? 1000 просмотров, 10 баксов, это детские цены, блядь, увидел. Или 1 доллар, я уже не помню. Ну, 10 центов. Нет, там за лям просмотров штука баксов. Блядь, кроме меня, да. Алоха. Я не знаю, где такие цены увидели, но... Что хочешь, Шейпер? Лям просмотров 1000 долларов. Я тебе говорю, как знаешь. Если у тебя партнерка есть, походу. Ну, если партнерка, да, с партнеркой, конечно. Где они поумирали все, не могу понять. На корабле. Я тоже не знаю. Сова Рестни, Кладбона. Кладбон Рестни, вторую сову. Вторая сова, пускай Рестни, это я, А где у нас Прист умер? Вот видишь, все, все что пишет делал. Рассекающий удар, это, блядь, Мурадил. Их пиздец. Ну я не буду стоять ждать, пока на нем 100 стаков накопится. Стаки-то скидываться должны. Он, кстати, вар вернул. А, класс. А я же говорил, что он вернется. Да ну, похуй, приз КД не взял, хуй на него. Ну, на вар, конечно. Да? Ну, смотри, не наша проблема, замену-то мы нашли уже. Наши проблемы немножко. Не, если он КД не словил, лучше вара взять, зачем? Ну да. Конечно, так лучше я вара, беру. Я тоже так считаю. Он же все-таки... Это же вара, блядь. Говорит, челик, которому нужна воля, блядь. Ну еще раз вылетит. Нет, это сказал Холли Паладин. Это сказал Холли Паладин, ему воля. Если Холли Паладину волю не дадут, ты в курсе?
Я бы раньше нахуй Лему отдал волю, чем, блядь, паладину Ретрику, да? Не, я в принципе за, как бы, да. А, успеешь, Лёпа. Виталя, ну с тем условием, что как тут хоста работает, то можно и попробовать на Ретрике здесь волю на самом деле. Да ну. Как тут хоста? Да нет, ну, блядь, ну ты чё? Я вообще удивлен с людей, которые берут эту бошку ебучую. Правда, я еще не тестил, так что не знаю, нахуй, он нормально или нет. Медведь летает, значит, что. Медведь-то летает, я его не считаю, это прекрасно не брат. Там это больше ДПС. Да чтоб бешен. Сравнивать, надо же все-таки этот шмот одеть равную, уже потом. Ну смотреть. Да. У нас нету пока бисов, чтобы что-то с кем-то равнивать. Угу. Тем более я знаю, как за Ретрика, когда я, блядь, орелю нахуй, то этот сам, сука, нихуя не ДПшу. Почему Хмурый так далеко находится и не подходит на подхил? Я не понимаю одного. А чё у нас после 25 обычки будет еще что-то сегодня или нет? Вломан хотя бы. Можно десяточку. Возможно, да, будет. Вломан, там вломан, да. У Турбо есть КД на Зулджи. Не лотается. Зелёный бабл, может быть, зайдет. У меня, кстати, тоже КД на Зулджи. Они там в ледяной короне. Ну вот. Короче, но я, если что, то будет, я это не буду брать. Такое, когда я ж, мне же оно не надо, я голову хочу. Там, мне надо зов, так что я вора могу взять неплохо. Я бы в целка десяточку пошел с Солушкой. Ну потом посмотрим. Шейпер, скрывай свой осколок. Ага, сосать. Mm-hmm. Вот и боежка. Древнее. Зов, боежка, анролл, алло. Чё там боешка, чё за боешка? Мешок кейкфирила. Класс. Короче, во сколько там это пойдете дальше? В смысле, во сколько дальше? Во сколько? После ЦЛК я планирую буквально минут 30-40 пойду собирать потом за. ЦЛК часа за 2.5 закроете? Да, думаю. Мы сегодня с пацанами еще Кару Гер планировали. Так нити. Мы Кару Гер после 9 хотели. Ну после 9, да. Все, если ты все слышишь, то сорян. Просто. Да ничего страшного, все хорошо. Да, я согласен. Ладно, ждите, блять, в ковар нахуй раздуплиться, курить упиздил, черт. Хмурый тут. Муры пусть встает. Серьезно. Вляпанный, заходи, Винс, алло. Но он же не ответил. Вляпанный, он писал, что выше отошел покурить. А Хмурый что? Что, у нас перекур, да, да, да. В смысле, ты не можешь зайти? Чё пишет тебе? А ты, блядь, даже не пробовал входить в Винс. Конечно, что не зайдёшь, блядь. Ты что духом летаешь? Ты посмотри, в какой ты Винс входишь. Ты в кузню, блядь, входишь или чё? Алики. Так что, Алики, ты зайти в Винс. Ресницы, инст. Да его, походу, убили. Он резнулся, его алики убили, и он взлетел. Фух. Ну, все, зашел, отлично. Сейчас вляпанного ждем, давайте пока фулл ребаф, потом по вару дадим. Хмурый, тпшься наверх. Но у нас два шкафа. По воле и триням 4 топ плюс 1. 4 топ плюс 1 это как у нас? 4 топ ДПС милика плюс 1 от РЛа. И не менее 200 тысяч в этих мобов. То же самое насчет объекта. Ой, Алиси не светит, говоришь, да, воля? Так а зачем я плюс 1 сделал тогда? А, вот.
Чем-то пахнет, да? Давайте фул рыбав. Эй, а чё у меня на шамане старейшина? Я чё-то не понял. Чё, алло, запускать? А чё, давай? Да, да, да. Сейчас. Я думал, у меня запускай, Вляпанный, хмурый, рыбу кушайте. А, значит, ему с него этот, блядь, ГП начислять. Понял, на. Да, если чё, будет ЕП, это те, кто с гильдии. Там царь обезьян ещё на шамане зашёл помогать нас на второго перса. ТНР, Эллин, ты здесь? Лё. Алло, алло, алло. Тиен, да запускай, запускай. Так вот, там же говорили, если от 15 человек. Там как раз 15, вот сейчас у нас 14, этот 15 там этот шаман, царь обезьян у него. Он уже был пустом. Ну, накинули ИП. Может и не фул там, но будет ИП какое-то. Тем, кто хорошо играет, там, хилам, кто спекается, там, дополнительный ИП. Чё, а ты первый? Вляпанный, знаешь, или нет? Да, я первый. Нет, конечно. А чё его взяли на второй? Кого? Вляпанный, здесь 48. А, я сам задавал вопрос. Что он больше, блядь. Не, я... Там без разницы. Я просто хочу сегодня профал бить. Ха-ха-ха. Я хочу осколки, блядь, с каждого босса. Я тоже профал хочу бить, у меня квест на него, между прочим. А я хочу. Войд, ты первый? Ну, конечно, конечно. Окей. Я тоже профа хочу. Ну так иди его еби, нахуй заебал, хочет профа. Тупо с двух ног ворвись ему, блядь, взбей очки, блядь. Или монокли, чё там у него, блядь. Все милики, кроме рок и котов, свичаются в трэш. Полипал несобранный интеллект, нравится уже. Я располагаю. Я дам. Да. Чё, тебе не нравится мой интеллект? Я просто хочу быть умным. Говорил Холипал, который не убитый интеллект. Ну, потому что я только долбоёб. Ты. Вот только долбоёб, поэтому и не хипается гипнее. Потому что не винтовый убитый. Поверь мне, дальше больше. Я немножко подниму, топ себе в камни поставлю, тогда увидишь. В чем моя причина, почему я не full интеллект? А ты паладин стримишь, да, я так понял? Да. Хорош. Второй стример в гильдии, хотя я не стример. А ты был в Дальнем Востоке, правда? Я? Да. Ой, и ты... Убираю. А, я заходил на твои стримы, я ржал с того, как ты хилишь, на натуре вспомнил. Нет, чувак, ты не мог... В то время... Ты еще был в каре десятки обычки. На погибели, да. На погибели? А? С Дальним Востоком нигде не... Ну ты был в этой гильдии, ты сказал. Ну я был, я два дня там посидел. За Вивера. Забирай его. Ну значит, ты был, да. Потом кинул мне ссылку. Забрал. Да ничего, попой. Нормальный паладин. Будет рейды ходить стримить в нашу топовую гильдию. На большую кухню. Угу. Забирай. Не убьем мы, проф. Не убьем ДПС. Само собой. ДПСеров нет, да. Мы 8-8-9. Ну, 8, да, убьем, но проф. Я ворвусь там. А почему вы не убьете профа? 180 проходной на профу 25 отвечает. 210. Не. Тонкую цифру сказал бы. Ну так это мастер. 180 это на тухлого. Это при условии, что люди понимают, что там происходит. Да, тут половина сейчас будет на лузах вайпаться. Я отвечаю. Пельмени будет половина. А типа когда будет 210 и че луки вообще не будут знать, что делать, они, блядь, пройдут, на. Ну пиздец. Я не хочу сидеть на профи 22 часа. Ну, как вариант, если рейд не развалится, 8 боссов убьем. Ну вот профа можно. Пару трайв. Я же не говорю, что сразу надо на профи идти, блять. Я знаю, как это в пугах рейдок нахуй пачет, блядь. Так что пуги это в ваших же интересах. Ну и там в гильдию вступайте заодно.
Я, конечно, оптимист, но, блядь, у нас маленький ДПС. Ну, для профа маленький, я сразу говорю, я даже умный. Да он и Синдрой маленький. Не, ну, это... 8 боссов убьём, блядь. Потому что люди думают, что они будут играть с рвами, блядь, собирают хуйню какую-то, блядь, они ж... Статы вообще не знаю какие, блядь, и дают ссылка ДПС. Лучше бы, блядь, ММы делали. Пользу больше. Да хватит мне на фул ману бинера кидать. Ну, ММ меньше, мало. Кидайте шаману, сука, инер. Я стою фул мана, мне инер кидают, блядь, чем? Чтоб было. Трата. 4.5 минуты босс убил. Нормально. 195 община. Я понял, о, можно, блядь. Зопы! Тихо, блядь, Алиса, не ори. Блядь, нахуй так мне орать. И темно, что смотрю, ебу. Что это было? Что у нас? За чего так кричать? Что-то такое выпало, я не могу понять. У меня нету микрофона. Встал просто. Точнее, он есть, но... Заходишь в Discord, настройки, блядь, микрофона. Скручиваешь там звук, на. Ой, я ебала потом. Боже мой, когда печеньки наполовину? Да, блядь, у меня на шамане уже до печеньки лежит. Алиса, что здесь такого упало? Ты про токены или что? Запы упали там. Ты что, она опять она просто очень эмоциональная девочка. У меня 1400 запа, ло, пацаны. Идем на Валю. Идем на Валю. Сразу на Валю? Да, захилим Валю, потом пойдем в совет. А потом... А что, Милану попробовать по нашей тактике? Та тактика какая по вашей? Я не знаю ваши тактики в обычном. Босса нахуй. Да у нас тут вроде хилов много, быстро валим. Давайте Вальку ебанем, а то мы тут я работаем. А, вы уже... Алло, Вальку сагрили нахуй. Сейчас, блядь, вайпнемся на трэшина. Или внут люди как сыр. Станя, давайте Евкас. Можете не в кас, но только что. Ух, чепушилы, блядь. Так кто на меня нахуй напал? Только на трэш юзал вставал, нахуй. Мощно, мощно. Бля, зачем? Бля, я всегда так делаю. Ну ты-то понятно, че. Я просто мощный, я не умираю. А как ты туда запрыгнул, вот этот, кто это? Как ты, блядь, туда запрыгнул? Че, давайте тогда уже вторую взрываем, блядь. Я? Давай, лови. Давайте вторую убьем, чтобы было проще. Давай, поехали. Ты стан готовься ей дать? Давай. Шейпер. Дайте стан сейчас, дайте стан. На 5 секунд паладины. Хорош. Это можно давать и до коста, агро, который сбивается время. Агро, Валя. Следующий стан. Паладины. 46. И все, не надо в никакой каст давать стан. Блять, минутку срочно отойду. Чё, давайте допивайте все. Сейчас я ману отопил. Пробафайте. Отпивайтесь. Каска, крест, пошел ману. Сейчас я буду, да. Блять, тогда пошел с пугами, с 6 боссов, 4 осколка упало, блять. Потому что ты с гильдии ходишь, опять говорю, блять. А, блять, извини, попутал. Не надо, вчера с гильдии пошли 3-3, не с ВК вывели. Позавчера с гильдии пошли, я там тоже был. Скажи, значит, понятно почему, блядь, потому что я пришел в рейд, все понял. Я даже тридю забрал, ну, блядь, всех троих. Так, главное, чтоб травма упала, нахуй, я себе ее забрал, блядь. Да нахуй, блядь, хуёвая. Травма анролла. Да. Я тебе, блядь, сейчас анроллю, на.
Если ее по проку чередовать с другими пушками, вообще заебись. Я знаю, поэтому... Ой, тут нет. Они просто не шарят, не слушай. Нихуя. Я ж хилю сначала с травмой, блять, пока не прокнул, прокнул, сразу поменял на другую пушку. Категория, они не шарят. Да, да, здорово. Прохил, прохил, прохил. А Войт что, на месте или что? Кто спулил? Я Шейпер. Только предание. Череп, Райм. Я шивет дал, все, живите, блядь. Череп, крест. Я милики, вы отбирайте, привыкли. Вихли. Так, Гера, 2 минуты, блядь, не дашь. А у меня нету, когда я умирал. Типа, да, там, живые позавидуют мертвым, да, понятно. Вейтельниц играем потом. Заберите с меня моба ПЖ. Нет, танчина. Сейчас я хотел всегда быть там. Руку вытащил с печки, ебать. Забыл. Ебать ты жесткий, блядь. Дай пожрать. Давайте она не как... будем гелить Олесу. Доготовилась. Да. Мягкая такая, сочная. Дай пожрать. Слышишь, Войт, а ты стрим снимал, на канал выкинешь? Какой стрим? Приготовление руки. Не, я этим не занимаюсь. Мне в ресторане хватает. А ты в ресторане кем? Я шеф-повар. Какой ресторан? Где работаешь? Как давно ачиву апнул? Северное сияние, оно себе... Неплохо. Кстати, неожиданно так. Леса у вас в России, Сибирина. Пизда все у нас в России, братан, с лесами. С лесами, да. Я в Сибири живу. Блять, заберитесь меня, моба, пожалуйста. Когда-то что-то будет тушить у вас или нет? Да кто будет, всем похуй вообще. Насколько я слышал, у вас там невыгодно экономически. Это экономически невыгодно. Экономически невыгодно, ебать. Сжечь нахуй, блядь, полстраны, это экономически выгодно. Но опять же, ребята, надо помнить, что говорят одно, а может быть все на самом деле совсем другое. Это вообще специальная акция. Знаешь, почему они не продают? Знаешь, почему они не тушат лес? Давай, раскрой тайну. Они продают его нахуй. Я тебе отвечаю. Горелый лес. Уже продали, блядь, а улики сжигают. Нет, не спалены, они часть подожгли, пойду нахуй, блядь. Пойду поем. А 90% другой какое части. Какое поем, Алиса? В рейде? Нет, сейчас я... Но она же не там. Жрачки. Ребята, что у вас за, блядь, теория, блядь, массового сговора, блядь? Что вы в такую хуйню верите, блядь? Да я говорю... Это каким надо быть долгобоебом генератом, чтобы жрать нахуй? Все это сделали ради валежности, чтобы мы там жили. Строили шалаш. Я так считаю. Мы, ебать, что, хантинг? Выйдите, милики. Милики, отойдите нахуй. Вот смотри, кто умрет, тот обоссанный дурак. Блять, повезло. Давайте кого-то не будем хилить. Блять, Шейпер, ты все... Нахуй всех, сука. Бля, всегда так делал. Никогда так не делали. Никогда так не делали. После черепа в крест играйте. Не покидайте тему. Отходите от вихрей, блядь. Миллики. Четверхи. Главное танков не уронить, а милики, кто вздыхает от них, они просто тупые, не обращают внимания. Вот порешал вопрос. Ну а не, ну а хули стоять в вихре, в этом в синем огне зачем стоять? Блять, хпс хилобапать. Мозгов не хватает. Не, ну варов можно. Надо же людям. А они зимний. Что ссылка? Ну телка же, это зимний инс, вот они стоят во дне, чтобы согреться. Все правильно. Зимний инс, нахуй. Ну холодно здесь, видишь, ледяной трон, блять. Холод. Давайте возьмем пару магов, пусть греет, нахуй. Вам костер поставить?
Нахуй нам костер, когда есть фаермаг. Сразу же, как убьем трэш, выходим с боя, даем отслед. Если получится. И ты замерз, ходи на синдру, на тромб, как стоит. У меня просто разогрей. Себе еду. Молодец. А мы-то думаем, где наш дымак? У нас, кажется, лишь. А когда лежишь, дамажить-то не получается, да? Да-да-да. Когда лижешь? И когда это тоже не получается. Пытался. Да не, можно как раз, только монитор будет заслонять. Ну я же говорю, поэтому неудобно. Так я без маны. Можно иннер миллиард отправим. Вот теперь можно. Гойл, дай им на маны. Вот в чем проблема паладинов, которые бьются в СП. Да нет, это первый раз по мане просто. Я что-то на твою хп смотрю и захват рун прожал, а мне фу хп стоит. Давай танчи, может еще раз захват прожму. Жень, братишка, дай мне этот иннер. А, не, бой висит, вам не повезло. Бомжи, блин, сдохли, теперь дпсить будем полгода. А если еще копье в него закидать? Ладно, пойду покурю. Будем знать героев в лицо. Богиня, Ачелла какой-то, Денчик. Как говорит там Ванзай, блядь. На... Великая наше победа Ардыны. Да, великая победа Ардыны, блядь. И служите королю Личу. Вы пали смертью дебила. Блядь, и где копье? Несите новое. Она изначально щитом была. Мелких нет там? Нету. Моё агро сильнее твоего. Потому что ты её пиздил самого фула, блядь. Нет, там. Давайте я сальву дам, посмотрим. Просто у меня чарка на армор, а не на этот. Да пускай ты копьё уже. Не пускает. Молодцы. Это, блядь, Палагей нахуй с циркуля, блядь, 100%. Кто Палагей? Я, что ли? Там был на циркуле челик. На варее шапка горит. Ты что там, Шейпер, танчи, ё-моё. Ты что, отлетел, что ли? Да нет, я танчу, блядь. А как она это там просто бежала? Это какой-то элем откинул. Ходят слухи, что все паладины... Гомики. Ну вы поняли. Да, кроме холиков. Холики нормальные. Холиками играют только брутальные бородатые мужики. Чё, чё ты лимона обидел, Войда, блядь? Как это я? Где ты такое видел? Чё он, блядь, метеос не забрал, нахуй? Я не в курсе вообще, бля. Что это за нытьё какое-то непонятное. Видите, это охуел, блядь. В смысле, лимон ливнул? И Гурыч с мульти, да? Угу. Пиздец, а, мой лимон танк ушел, сука, я тоже ливаю, сори, мужики, я без него на танч не хочу. В смысле, ничего себе. А мульти вчера 500 гп за АФК дали? Кому? А, мульти, да? Вчера 500... Мультику вчера, блядь, 500 гп за АФК дали? Да нет, они АФК не были. Они сидели в Долоране просто во время РТ, когда я сыграл. Ну да, это я помню. Ну, как? За АФК-то же не отвечали. Не, они не были АФК, они в группе сидели просто и смотрели. Ну, кого есть такие АФК? А, короче, им просто было похуй. Ну да. Четыре печенька не забрали с Грульмагика. Най. Могу фил аспектницу, если что, здесь. А мне кто? Надо. Я кто? Летаю. Да мы вроде должны справиться. Богиня ДПС, принимай рез. Будет летать Холипал и Мастер Шам. И три хила будет на рейде, я в ДЦ. Ты, Шейпер, чтоб понимал, Митриус я забрал Навару недели три назад или две. Так что я вообще не в курсе, да, о чем речь идет. Я просто вообще не понимаю, я дополнительный... почему вчера нажал не мейнспейк, а оф, блядь, чё нахуй? Ну он на ретрика ролил, все в том рейде, я же помню.
Это все охерено. Бой забрал Метриос, когда Лимона вообще не был. Можно скажу, пожалуйста? Я первый раз на Вале. Первый абсолютно раз на Вале. Там мне летать, что мне делать? Я хули паладин. Ауру коня включай. Ба-ба-ба-бам. Блять, поставим двух шамов. За звездой летай. За звездой. Прям понял, хорошо. Будут зеленые порталы, в каждый портал может зайти только один человек. Появятся порталы, встанешь возле портала. Раскроются порталы, зайдешь сразу. И взлетишь. Понял, хорошо. Нет магов, нет. Понял. Ну что за хуйня фулл скорости, это, блядь, шам оказывается. Ну что, вы там определились, кто летает, кто что? Да-да-да, все нормально. Че, чек пул? Чего-то не хватает. А, пристабафа, блядь. А, я же один, точно. Шейпер, я слева хочу. Любишь налево? Угу.